Работы по укладке асфальта по улице Новобульварной на участке от Богомягкого до Журавлева будут вестись до конца недели с 14 часов до полуночи. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства строительства Забайкалья. Движение автомобилистов осуществляется по двум полосам. Министерство отмечает, что в связи с работой техники движение в час пик может быть затруднено. Водителям необходимо учитывать информацию при планировании маршрута и по возможности выбирать альтернативные пути проезда, говорится в сообщении. Всего в работах задействовано 9 единиц техники, еще 7 машин осуществляют подвоз асфальта. Днем 20 ноября троллейбусы номер 1, напомним, остановились на улице Новобульварной из-за укладки асфальта на дороге и высадили пассажиров. В троллейбусном управлении сообщили, что об укладке не было предупреждено заранее, движение маршрута троллейбусов было временно изменено.